Она снова засыпала снегом. Вот иду забирать дочь из школы. Еле откопалась, застряла в машине. В снегу выехать не могла прямо около дома. О, сейчас покажу, какая у нас тут школа. Вот такие вот здесь сугробы. Вообще ничего не понятно. Все просто белое. Площадки все наполовину засыпаны снегом. Ну и вот, собственно, главное здание школы. Сюда группа определенного дня. И так вот выглядит класс норвежской школы. Здесь сидят первоклашки. Видите? В них даже можно лечь отдохнуть, если устал. И вот такой тут гардероб. Вот, лесное местечко. Что там у нас? У нас там зимние вещи. Ну а все. Красиво достаточно тут у нас. Она хочет Аке кататься на санках. А я объясняю, что надо забрать Мишу сначала. Но все. Из этого у нас драма. Мы не исполняем прихоти Алисы с первого раза. Как же так? Вот так вот, так как я застряла, у меня не было времени очистить этот снег с крыши. Поехала с сугробом. Хотя, как бы такое здесь запрещено. За это даже штраф могут влепить. Снегоуборочная машина не успевает убирать. Не справляется с таким объемом. То есть основной у них сейчас акцент на... На главные центральные дороги, а маленькие, к сожалению, почищены очень плохо. В одной из них мы сейчас и поедем. Вот так вот. Алиса ноет, а мы сбираемся в горку. Среди вот этих всех сугробов. Вообще из садика прислали сообщение, что надо забирать пешком, потому что у них парковка не расчищена. Сейчас приедем и посмотрим. Но дорога вроде хорошо почищена, кстати. Очень даже. Сейчас будет такой красивый домик мой. Ага. Любимый. Вот тут, я смотрю, люди уже стоят. Ну вот, наш сугроб доехал. Еще грязный, это как кошмар. До садика. Все-таки парковка здесь расчищена. Мы въехали в эту парочку. Сейчас пойдем забирать Мишаню. Ой, да, конечно. Зима. Ай-ай. Я. Так. А вот и наш детский сад. Такой вот у них. Гардеробная здесь. Здесь у них висят зимние вещи отдельно. Тут мы выкладываем ланчбоксы. На паке или как по-русски. В общем, еду детям. Еду здесь не дают, они кушают бутерброд. Это другая группа, это вот коляски. Дети в Норвегии спят в колясках. Вы знали? Вот если не знали, теперь знаете. Так вот на улице их выкатывают, они там спят. Вот эта группа Мишина. Она, в принципе, небольшая. У них вот есть такая кухонка. Тут они кушают. Там играют. Вот. А Миша у нас вот в этом отделении. Это отделение для малышей. Но когда остается мало детей, они уходят пораньше. И... Так, детей снимать нельзя, как я говорила. Хай-хай! Так. Кстати, да, вот дети еще на лыжах ходят у нас. Гуляют. Ну, это те, которые постарше. Ну что, Миш, как день прошел? Телефон. Ты хочешь телефон? Зачем? Мама. Чего? Ку-ку. Миша не хочет что-то.
Стесняешься, что ли? Не пойму. Ладно, давай одеваться, не то Алиса нас ждет же. Нет. Что нет? Одеваться не будем? Так пойдем, в тапочках? А ты видел, сколько снега на улице, Миш? А? Видел, да, сколько снега навалило? Нет. Не видел? Нет. Очень много снега. Очень-очень много снега. Ладно, будем. Как лучше чешется. Миш, тебе помочь? Да? Да. Миш сам у нас одевается. Молодец. Что там? Ой, что там такое? Так, давай одеваться. Алиса там сидит же, ждет нас. Поскали бы. Что скоро? Домой поедем? Нет. Мне даже нечего сказать тебе. Ничего сказать тебе. Миш, прямо. Туда. Ну вот. Всех забрали. Честно говоря, думала, хуже будет. Смотрите, какая красивая. Елочку в садике ставить. А там даже луна просвечивается. О, дети хотят идти кататься на санках. Ну, я, честно говоря... Не очень хочу. Хотя вспоминаю в детстве, когда вот такие снега выпадали. Это было так круто. Пойти на горку. Взять санки. Вообще уходить оттуда не хотелось. И было наплевать, что холодно. Вот так у нас народ откапывается. Хорошо, когда есть снегоочистительная машина. Намного проще жить. То, что я сейчас лопатой махала. А кто-то лопатой машет. Ну хоть не скользко, кстати. Доехала снегоуборочная машина. И все. Почти к нам на террасу. Ну ничего. Ничего, ничего. Неприятности эту мы переживем. Наша парковка такая. Вообще. Сейчас нам ее почистят. А детям сделают горку, с которой могут кататься. Весело. Не, на самом деле прикольно, тут намного снега. Только вот его складывать некуда. Если у нас вдруг накроется электричество, то вот электробудки центральной. Да, за гаражами. Вот там вот. Это будка, где у нас все провода. В прошлом, помню, как-то надо было попасть работникам туда, но они не могли, так как... И она была вот так же засыпана снегом.